Всем добрый день, находимся в ботаническом саду Махинджаури. Вы можете набрать карту. Батуми ботанический сад. Тишина отлично, вообще птички поют. Так, двигаемся дальше. Какое-то дерево. Северная Америка. В самый низ спускаться. Красота вообще. Так, указатели. Идем по ступенькам сюда. Вот, конечно, более 100 гектар площади тут все переходить, я не знаю. Ну, вон там панорамный вид, сейчас мы туда спустимся. Так, спускаемся все ближе и ближе к морю. Ё-моё, посмотрите, красота какая. Так, сейчас попробуем. О! Так, высота. Высоко тут. Да,
канатная дорога. Видишь, там посадка. Кунингамия. А, что-то видно, ничего себе. Это вон там посадка на канатную дорогу и доехать. В следующий раз покатаемся Китай, Япония. В следующий раз на канатной дороге, может быть, покатаемся. Можно попить чаю, кофе. Угу. Так, указатели. Так, электрик бастов. Туалет. Короче, мы идем вниз. Так, спускаемся дальше. В общем, по поводу ботанического сада. Вход 20 лари. За двоих, естественно, заплатили 40. Там дают два билета и такой буклет небольшой с планом местности. А, тут интересно это. Свежо, не жарко пока. Так, зашли куда-то не туда. Не туда. Я вот думаю, спускаемся, то надо будет потом подниматься высоко. Вот пришли с фонтанчиком, люди фотографируются. Ну, водичка тут не очень, конечно, зато рыбки плавают. План местности. Араукария бразильская. Ну, змея лежит. А это уж. Привальчик люди сделали.
спускаемся вниз. Бежим. Вау, тут вообще видон. Супер. Но там железная дорога проходит внизу.